То, о чем так долго вчера говорили и спорили парламентарии, непомерные счета за ОДН, продолжили обсуждать и сегодня. А управляющая компания должна работать. Она должна заставлять, вынуждать вот этих неплательщиков гасить, а не перекладывать на плечи нормальных наших плечиков. Спикер Хурала заметил, что впредь, если депутаты берутся за столь больные вопросы, приглашать на сессии и самих ответчиков, в данном случае энергетиков и управляющие компании. По сути, на этой сессии вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки. Его обсудят на апрельской, где, как ожидается, перед Хуралом отчитаются сами управляющие. А пока депутаты призывают бороться с пугающими счетами стандартным способом. Граждане, которые имеют, значит, такие счета, обращаться в суды, значит, и даже в частном варианте, значит, выигрывают. Иначе, наверное, такой бардак он не должен, значит, быть. Обещают рассмотреть депутаты и вопрос о доплатах к пенсиям ВИП-пенсионеров Бурятии. Но только после федералов. Сегодня в год бывшей элите выплачивают 270 миллионов рублей. Меж тем на горячее питание школьников 29 миллионов найти не могут. Но сегодня, я говорю, в первую очередь надо отрегулировать формы местного управления. Будет свою долю отдавать или не будет? Вопрос по питанию обсудят на ближайшей сессии. Уже сейчас говорят, что апрельское заседание одним днем не обойдется. Правительство готовит принудительное сокращение расходов бюджета республики. Мария Латышева, Жаргал Цариндашиев, новости дня.